Это наша киевская ярмарка. У нас в районе по субботам. Ну и по всему Киеву, во всех районах тоже есть ярмарки. Продуктовые. Здесь можно дешевле все купить, посмотреть. Салка, мяско. Ой, дальше мясной рай. Рыбка. О, сколько много всего. Баранина, свинина, сало, мясо, колбаса, все, что хочешь. Да, здесь уже все продали. Очень поздно я пришла. То, что я хотела, уже не... Есть. 140-150 курочки. Ой, здесь еще все впереди. Красота. Больше не хочу. Телятинка. Свининочка с огурцом. Ой, сейчас будет рыбка, красавица. Руки поопекали от воды. И приступник его. Разобрали. Буквально облепиха. Обработка мана? Это ж калина, да? Калина, да. О, это другое. Уже поменьше людей. Ну, уже идем в самый конец. Сейчас еще посмотрим яблочки. Купим и домой. 10-12. Очень дешевые. Телятинка, баранина. 7-12. Чем дальше, тем дешевле. Уже по 10, по 8. Холодно, иногда порывы ветра такие, ой-ой-ой. А вот творожек посмотрим еще. А и яблочки. Очень много яблок.
Горох по 100, по 90 гривен. Медок. Тоже нужно купить. Вот нам будет мало. А? Две до пары. Надрезать? Нет. 16. Курма 21. Совершенно даром. Все, что хочешь, то есть. Были бы гроши. Треба тикать бюро, да? Вкусняшка. Свисы. Ну, проверим, почему яйца. Говорили, что подешевели. Были по 40, по 35. Ну, точно подешевели. Слава Иисусу Христу. Заканчивается ярмарка. Пробежались немножко с вами. Спасибо, друзья, что вы были со мной. На этом закончим. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Все самое интересное впереди. Все, что душе угодно. Так, ярмарка моя заканчивается. Купила себе щековину по 60 гривен, а сало по 120, по 140. Да, яблочек купила по 10 гривен. Видим витаминки. А здесь уже все в порядке.